Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам Audi A3 2016 года выпуска. Это тестовый автомобиль, стоимость 1 783 тысячи рублей составляет. Двигатель 1.4, турбо, 150 лошадиных сил на S-тронике. Очень бодренький аппарат. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер автомобиля, а также заведем двигатель и послушаем его звучание. На выбор предлагается механика и роботизированная коробка передач. Самый доступный двигатель 1.4, 150 лошадиных сил. Затем идет двигатель 2 литра, 190 лошадиных сил. Есть полный привод Quattro. Audi A3 – это хэтчбэк малого семейного класса, производимый концерном Audi с 1996 года. С 1996 по 2003 год выпускалось первое поколение, с 2003 по 2012 – второе поколение, а в 2012 появилось третье поколение. Третье поколение модели в трехдверной версии было представлено на Женевском автосалоне в 2012 году. Пятидверная версия была показана непосредственно в этом же году на Парижском автосалоне. Ее продажи стартовали в Европе в 2013 году. Седан был представлен на автосалоне в Нью-Йорке 26 марта 2013 года. Непосредственно данная модель построена на платформе Volkswagen Group MQB. Третье поколение также доступно в виде пятидверного хэтчбека Sportback и четырехдверного седана, который напрямую конкурирует с Mercedes-Benz CLA. Самой интересной технической особенностью нового поколения A3 является развлекательная медиасистема с возможностью распознавания рукописного ввода и адаптивный круиз-контроль. Спереди используется подвеска типа MacPherson, сзади многорычажная, все рычаги алюминиевые. Кстати, для российского рынка представляются модели с повышенным дорожным просветом, который на 25 мм выше стандартного просвета в 140 мм и составляет 165 мм. В принципе, при моем росте в 188 см достаточно удобная посадка и высадка в данный автомобиль. Сразу честно скажу, второй ряд для меня тесноват. А вот интерьер Audi A3 остался прежним. Многие, наверное, уже заметили, что появилось новое трехспицевое рулевое колесо, обновленная мультимедийная система MMI, а также опциональная виртуальная приборная панель Virtual Cockpit с дисплеем 12,3 дюйма. Кстати, впервые данная система предлагается для автомобилей компактного класса. Стандартное оборудование Audi A3 Sedan уже включены: внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, кондиционер, мультимедийная система MMI, радио плюс, 8 динамиков, Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона имеется. Пакет комфорт добавит в состав оборудования декоративные молдинги и пакет дополнительного освещения, а также датчик дождя и света, двухзонный климат-контроль и парковочный ассистент с датчиками сзади. И непосредственно многофункциональный спортивный кожаный руль. В качестве опций доступна премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, кожаная обивка и многое другое. Линия Sport – это спортивный акцент в дизайне, спортивные сиденья и руль, спортивная подвеска и очень крутые диски. Как в нашем случае S-Line, для гурманов есть пакеты внешней отделки S-Line и спортивный пакет S-Line. Кстати, с базовым силовым агрегатом 150 лошадок максимальная скорость переднеприводного седана составляет 225 км в час, а Dustown разгоняется за 8 секунд. И при том, вне зависимости от того, используется шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый робот S-Tronic. Двухлитровый силовой агрегат комплектуется исключительно коробкой S-Tronic, а привод передний или полный Quattro. Соответственно, уже с двухлитровым движком он разгоняется за 6,8 и максималка ограничена электроникой в 250 км в час. Для любителей адреналина имеется версия S3. Там устанавливается двигатель 2 литра, турбонаддув 300 лошадиных сил. В силовой агрегат были установлены новые поршни, усилены шатуны и новый распредвал установили. ГБЦ изготовлено из более нового сплава алюминия, что придает более высокую прочность и термостойкость. От 0 до 100 такой автомобиль разгоняется за 5 секунд с роботом S-Tronic. После рестайлинга 2016 года мотор стал развивать 310 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящий момент. По Евро NCAP автомобиль заработал 5 звезд из 5 возможных. Это очень безопасный автомобиль.
Длина данного автомобиля составляет 4458 мм, ширина 1796 мм, высота 1416 мм и колесная база 2637 мм. Клиренс 165 мм. Диски доступны 16-дюймовые, 17-дюймовые, 18-дюймовые и 19-дюймовые. Объем багажника составляет внушительные 425 литров. Объем топливного бака 50 литров. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1235 кг, полная масса 1785 кг. Передние тормоза у нас дисковые вентилируемые и задние тормоза дисковые. По салону мне бы хотелось отметить, что он очень качественный, выверенная, эталонная эргономика Audi не может не радовать. С обзорностью у этого автомобиля все просто прекрасно. Управляемость у этого автомобиля просто шикарная. А тандем силового агрегата и непосредственно трансмиссии порадует каждого. На этом обзор Audi A3 2016 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.